суббота, 11 вечера, 12 почти. Я не хочу тусить. Мы поехали кататься, короче, на байке. Вот он. Человек, который 6 дней назад пережил операцию, поехал кататься на байке. Все потому, что страхи у тебя в голове. Я езжу аккуратно, ничего не напрягается. Сейчас приеду домой и лягу спать. Не, мы фильм будем смотреть. Ну, фильм, я имею в виду, что все хорошо. Ну да. Вы смотрите, на этой кухне не только я готовлю. Ужин получается? Получается. Помните, что мне пару дней назад подарили букет со словами «встретимся». Вот он. И там не было ни адресата, ни адреса, на котором мы должны встретиться. И для меня до сих пор загадка, кто это. Но я вышла в сторис, потому что появились новые подробности.